Всем привет! Кто занимается растениями? Может быть, у кого-то появился кактус, какие-то детки от кактусов, и вы не знаете, как их укоренить. Я могу сегодня показать вам, рассказать немножко, как это делается. Сделаю буквально короткое видео. Сейчас пойдемте и покажу вам. Я сегодня пересаживаю свои маленькие эхинопсисы. Это у меня гудит вентилятор. В некоторых видео такой звук. Вентилятор включается для того, чтобы создавать немножечко такую вот атмосферу для кактусов, чтобы двигался воздух по теплице. И кактусам было хорошо, и они не сгорели в жару. Вот они, детки эхинопсисов. Я их, если у вас появился, да, детки, я вот их, допустим, в апреле, по-моему, посадила. У меня было 3 горшка, вот еще 2, которые я уже рассадила. Они все пустили корешки, где-то в конце апреля я получила их. Получила без названий, это гибридные эхинопсисы. И получила я их для того, чтобы прививать на них, для подвоев кактусов, для прививок. Но я решила все-таки, раз они гибриды, мне надо их дорастить и посмотреть, как же они цветут. А вдруг они цветут прекрасными, шикарными расцветками, и я захочу оставить их у себя в теплице. Посмотрите, вот, допустим, такой корешок, маленькая детка, и вот уже такой огромный корешок. Я сейчас все их порассаживаю. Вот здесь тоже маленький. Здесь, допустим, совсем маленький корешок. Но это ничего не значит. Где они у меня стояли? Пойдемте в теплицу, и я покажу. Они стояли у меня в полутени. Вот в таком вот месте, на полочке, в полутени. Хотя на них после обеда немного попадало солнце. Они стояли вот так же, как эти эхинопсисы, которые я подращиваю. Сначала я их высаживаю в плошке, вот вместе. И когда уже становится им мало места, и они дали корешки, я их беру и рассаживаю в отдельные горшочки. Просто набираю субстрат в горшок и выставляю вот кактусики. Смотрите, а эти как, какие огромные у них корешки уже. Просто шикарные. Просто выставляю кактусики вот так, один за одним, без корешков. Все вместе. Один возле другого. И так вот они стоят и ждут своего часа. Вы их первое время, может быть, недельку, ничего с ними не делайте, после того, как вы выставили их. Вот. А потом уже чуть-чуть можно капельку обрызгать. И время от времени чуть-чуть обрызгивать. Посмотрите, какие шикарные корешки уже дали эхинопсисы. Вот. А этот какой? Смотрите, он же просто супер. Сейчас я их повысаживаю. Еще у меня здесь есть горшочки такие вот. Я не даю слишком большой горшочек. Это маленький горшок, пятерочка для таких деток. Этого достаточно. Когда кактус уже подрастет и будет вылезать из горшочка, уже голова у него будет большая, само тело, тогда можно дать другой горшок. Никогда не давайте своим кактусам горшок больше, чем корневая система. Не надо. Зачем? Вы можете при поливе нечаянно его залить, и тогда будет большая проблема. Кактус просто умрет. Вот так вот сегодня такое видео, чтобы понять, как же вот укоренять детки кактусов. Все это очень просто. Но есть, конечно, кактусы, которые тяжело укореняются. Но это все будет в другом видео. Я желаю вам здоровья, удачи. Спасибо, что вы со мной. Возможно, это видео вам пригодится. До свидания.